Всем привет, господа, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Rise and Fall. Следующая миссия под названием Письмо в Мемфис. У меня тут в комнате кошка сама сходит, надеюсь, вы этого не слышите. Ладно, поехали, короче говоря. Оглянись, Фестий. Самые могущественные города Египта, их народ и богатство, все теперь принадлежит Риму. Вот так работают настоящие полководцы. Мы получили известие, что египетская армия отступает. Последний раз их видели уходящими на юг. Чего еще ты ожидал от армии, возглавляемой хрупкой женщиной? Следы нашего присутствия здесь должны остаться навсегда. Уничтожить все храмы, пленных не брать. Покажем всему Египту, что ждет Александрию, когда мы доберемся до нее. Не, в Александрии я тебя очень встречу рад, что... О, слоны! Ё-моё! Нубийские слоны! Ууу, хорош! А могу я их потом строить? Кстати, они эти сносят деревья. Прикольно. Так, тут лучник есть, Клеопатра есть. О, у нас тут еще есть армия. Кто ты у нас? Элитный мечник. А чего не в отряде, я не понял. Давайте в отряд, пацаны. Так, элитные мечники, улучшенные копейщики и все. И слоны. Ну, слоны будут, наверное, танковать, ибо я вижу, у нас тут уже жесть поджидать. Поехали. Мечники тоже в атаку. Надеюсь, вы не будете в отряде. Не, отлично, нам так и надо. Вперед, лучники тоже вперед. В принципе, нам сейчас больше ничего не остается, кроме как идти вперед. Так, стоп, пацаны. Там слоны должны подойти. Они что-то как-то это, знаете, медленно, очень медленно. Давай, ты слон сюда, ты слон туда. Эти слоны с этого фланга пойдут. Прям какой-то Total War как будто играю. Так. Руби их. Клеопатра, иди сюда. Там где-то была амброзия. Твоя задача забрать амброзию. Больше ничего. Так, слоники. Давайте сюда, слоники. Слоники. Слоник хочет сделать чучу. Слоны немного тупят на самом деле, но... Что с них взять? Это же слоны. Так. Клеопатра, да заберешь ты гребаную амброзию. Тебе сейчас по голове дадут. А, как же больно. Гребаная Клеопатра сейчас сольется. Вот это будет неприятность. Почему нет амброзии в начале? Чего я должен ее хрен знает где искать? Ладно, вроде тащим. Наша задача продвигаться дальше и ломать эту вышку, она очень больно бьется. Слоны! Вперед! Клеопатра, я не знаю, тоже тут на прикрытии будь. Я за твоим здоровьем слежу. Так, одного слона завалили вроде. Ах вы сволочи, как вы посмели? Вы что, охренели? Это мега крутые слоны. Так, ребята, в отряд давайте и ломайте этих рибленов. Слон! Нет, мои слоники! Слоны тупят очень сильно. Клеопатра, быстро сюда. Клеопатра, тебе надо тупо забрать амброзию. Больше от тебя ничего не требуется. Давай, стреляй. Да неужели? Просто если тебя будут атаковать, я быстро включу режим от третьего лица. Давай так его назовем. Так, тут, по идее, нам дадут базу сделать. А то я вижу ресурсы. Так, 2000 золота. Не, ну это не серьезно, ребят, это мало. Где наши богатства Египта? Я требую больше денег. Так, слоны, давайте сюда. Карта, кстати, линейная. То есть, видите, тут вот надо пройти, потом оп, такой заворот, и сюда наверх. Так, точку мы захватим. Тут еще что-то есть. Я вот не знаю, как туда попасть, может быть. Наверное, может быть как-то. Я же всю картину не вижу. Деревня наша, Клеопатра, хилься. Ради всего святого, хилься. Так, куча рабочих. Мечники у нас тут есть, копейщики. Почему они не в отряде, я не понял. Наша сила в том, что мы в отряде. Так, копейщики. Да вы что, охеревшие? Лучники, сюда. Это что такое? Святилище. Чини! Чини его быстрее! Ах вы сволочи! Огонь!
парни, огонь! Не знаю, быстро на золото. Так, и надо базу построить. Огонь! Дебилы! Клеопатра, сюда иди, почему ты не хилишься? Где наша слава? Сколько надо до следующего уровня? 2750. Я тут, кстати, все уже прокачал. Внезапно. Так, а если я врублю режим Клеопатры такой? Я их даже не вижу отсюда. В этом проблема. Потому что я их даже не вижу. Не, хотя вижу чуть-чуть. Ну это так, чуть-чуть. Оп! Блин. Не, это херня. Святилище надо будет просто чинить потихоньку и все. Так, лучники, давайте сюда. Клеопатра тоже с нами. Только что-то она не хилится. А, не, все, пошла хилиться, отлично. Так, дружище. А, знаешь, что построим? Ничего. Как тебе такой вариант? Иди дерево добывай. Иди добывай дерево. Вот надо в обход идти, да? Вот специально ты так делаешь. Улучшайте поселение. Я что-то вижу, у нас нет ни хрена дерева. Чиди быстрее! Надо к этим прорваться, сволочам. Они меня бесят. Они мое святилище ломают. Так, где мы можем зайти? Ну, сложно сказать. Я вообще не вижу, где мы можем зайти. Сюда как будто бы вообще не зайти никак. Тут граница карты. Сволочи! Блин, рабочего убили. Жмыхи. Ладно, потеряю святилище, в принципе, не важно. Я уже с этим готов смириться немного. Давайте вперед. Клеопатра, тут пока постой, ты пока хилишься. Тебе особо рыпаться не надо. А лучники могут вообще стрелять по этим тварям или нет? У вас задача одна, просто прорываться вперед. Да, лучники могут. Отлично, перестрелка. Гангстерская. Египетская, блин. Так, слоны. Вперед. Слоны ломай. Нам надо проломать это все дело. Так, куча копейщиков, слоны. Уничтожить этих монстров. Слоны? Не монстры. Слоны — это животные. Тупые вы создания. Вперед. Так, минус слоны, кажись, да? Минус храм. Хотя его можно, думаю, починить. А почему я не могу сделать казармы? 200 дерева надо. Ну да. Проблемка. Ладно, Клеопатра, вперед. Твоя задача туда проломиться. И тут надо нашим парням помочь, которых уже толком и нет. Тренируйте дополнительных боевых слонов в наших конюшнях. В конюшнях, понял. Наконец-то от конюшен будет польза. Так, ребята, давайте назад немножко. Тут просто уже никто не выжил. Не вижу смысла. Так, прогоните римлян из Мемфиса. Это мы сделаем. Вот с этими тварями что сделать? Ничего, да? А, это наша база так улучшилась. Нифига себе. Я думаю, где мой городской центр? Что за херня? Думаю, куда он делся? Так, давай сюда. Клеопатра, ты где? Ну, по-хорошему, в принципе, ты сама можешь все сделать. Если так подумать. У нас же амброзия есть. Просто там до хера лучников. Надо как-то выманить вот этот вот отряд. Или просто расстрелять их сдалека. Ну или выманить, как вариант. Так. Лучники сволочи. Так, будем танковать. Клеопатра танкует внезапно. Но пацанов надо перерезать. Из вас есть амброзия, которой стоит воспользоваться. То почему бы и не воспользоваться. Так, и лучников вырезаем. Далее, так, рабочие выходят, казармы. Так же казармы, да? Да, казармы, а стрельбище здесь. Хорошо, казармы есть, дерева ни хрена нет. Парни, на дерево, быстро. Нам нужно до хера дерева. Так, Клеопатра, что тут происходит? О, пацаны, здорово. А я тут как раз вас ищу по лесам. Я как это, как варвар, по лесам прячусь. Да вперед, атакуем их, что стоим? Сейчас этих только добьем тварей.
В атаку во славу Египта. Почему наши враги еще живы? Не, вышка это очень больно бьется. А, они чинят типа или что? А, да, у них там база. Забавно. В атаку! Убить этих тварей. Хорошо, можно теперь вышку ломать. Хотя она вроде до сих пор стреляет. Ломай! Конечно, немножко напряжно так в рукопашную все ломать, но... Что там по здоровью? Ой, долго-долго ломать. Ломайте так уже, а. Клеопатра тоже давай как-то, я не знаю. Что у нас тут по храму? Храм уничтожили, жаль. Очень жаль, но мы ничего сделать с этим не можем. Ибо эти твари читеры. Так. Два отряда мечников сюда быстро, даже четыре. А то у нас с деньгами все в порядке, а вот с этим... Как оно называется... Клеопатра, ну давай. Давай, ты же можешь. В атаку, оставшиеся в живых. Да неужели? Давай, иди вырезай их всех. Отомсти за все наши обиды. Последний воин. Так, а, не, ну... Видимо, не получится, тут еще ж парочка вышек. Капец, они тут застроились, охреневшие. Давай, ломай это здание. Тут денежки есть. 90 тысяч. О! Я знаю, где я буду деньги добывать. Так, 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 так. Святилище, что он там делает? Лимит повышать. Кстати, да, надо бы отстроить. А то без лимита мы ничего не можем. Вот, стреляй, нормально. Давайте даже сделаем атаку в движении. Так, Клеопатра хилится. Великолепно. А, конюшни бы еще заделать. Блин, 400 дерева, да вы охренели. Где мне столько дерева-то брать? Надо было, наверное, базу где-то здесь сделать. Хотя они золото отсюда таскают быстро. Давай еще парочку рабочих на дерево их кинем. Так, святилище, стрельбище 250 надо. Короче, иди дерево добывать, у нас тупо дерева нет. Единственная наша сейчас проблема, это то, что у нас ни хрена не дерево. Давайте еще больше мечников. Вот этот отряд сейчас с нами сюда пойдет. Алтарь построен. Так, а сюда можно было пройти или... Видимо, нет. Так, вы там перестали стрелять, сволочи? 2000 золота. Вот как мне туда попасть? Может быть, лестницу можно было поставить? Или тут как-то... Я просто не совсем вижу. Ну, может быть, тут слонами можно было проломать. Ладно. Ладно. Неважно. Да, блин, камера, вернись в исходное положение. Пытаюсь тебя нормально сделать. Ну, что-то она какая-то не такая. Какая была. А ну-ка, какая там кнопочка? Home, может быть? Да, home. Возвращает в исходное. Так, дал великий. Вперед на дерево. Далее. Вперед стрельбище, мне лучники нужны. Мечники это круто, но лучники тоже нужны. И давайте сразу сюда. А че музыка такая опасная стала играть? Как будто у нас сражение пошло. Так, 2000 опыта. 2359, если быть точным. Неплохо, но надо больше. Так, давайте сюда. А, может быть, то, что тут это, типа, валит здание. Да-да-да. Скорее всего, из-за этого. Он пытается, типа, здание снести. Но у него так, с переменным успехом получается. Или тут кто-то нас атакует? Я что-то нифига не понимаю, кто нас здесь атакует и откуда. Так, золото закончилось. На нас напали, кто? Высечка в скале Египет? Или тут какие-то... А, вот эти, наверное, твари. Так, тут золотой рудник надо будет... Ну да, конечно, сначала вышки надо посносить. В идеале. Поэтому, парни, давайте сюда.
далее. Че, нам еще конюшни нам надо? Ну, нифига не дерево, поэтому вперед. Думаю, вы поймете, что конюшни — это наше все. Так, тяжелые лучники. Не, я хочу потом собирать до следующего уровня Клеопатры. Так, тяжелые лучники, 30-35, давай два отряда. На нас напали! Не надо на нас нападать. Мы хорошие, это вы плохие. Нет, жить. Просто беги сюда, просто жить. Ну там 100% можно как-то слами здесь, ну здесь вот, наверное, пройти. Здесь деревьями так все заделано, типа нельзя. Все, вперед, войска. Этот домик, наверное, не будем сейчас сломать. Давай, проходим. Нам надо завалить вот эти вышки. Это наша первостепенная цель. Ломайте вышки, а там разберемся. Блин, армия, ни хрена нет. А куда это мы ловимся? К рабочим моим? Не надо так делать. Блин, укрепленные ребята. Нет, Клеопатра. Блин, я не могу режим включить. Черт! Воины! Всираем! Ай, какая боль! Какая боль! Можно героя воскресить? На нас напали! Какая боль! Нет, рабочих вырезают! Ха-ха! Все плохо! Все очень плохо. Все очень плохо. Так, где там городской центр? Клеопатру можно вернуть? Я что-то забыл то, что когда у нее мало энергии, то все, хана потом. Ничего больше не сделаешь. Даже не войдешь в этот режим. Так, давайте конюшню вот сюда. Где наши воины? Давай еще двух этих копейщиков. Я не знаю, у нас тут база просто в зоне риска сейчас находится. Так, ребят, вы давайте назад. Отряд отдельный назад. Этот отряд в погоню. Потому что нас нападать сейчас будут. Стоп, вот эти жмыхи. В погоню. А вы вперед сюда. Строй укрепление. Все очень плохо. Нет. Отступай. Герой вернулся. Где? Что ты тут делаешь? А, у нас был еще один... Блин, у нас был городской центр. Но, блин, здесь все постройки, я думал, это гражданские постройки. Поэтому построил еще один. За счастье к Анубису. Ща вернутся эти твари. Сейчас я им покажу. Да, это здание снесем, оно слишком мешает. Я вам покажу, кто у нас тут к Анубису должен вернуться. Твари. Так, блин, дерево закончилось. Ломай их. О, улучшение, давай. Так, вы тут домик этот снесли, да? Хорошо. Теперь давайте вот так вот аккуратненько сюда. Долго мы тут возимся из-за того, что тупо нет дерева. Из-за этого у меня нет армии, по большому-то счету. Хотя можно вот просто по КД делать вот этих вот парней. Ну, мечников. Они типа только за золото нанимаются. Так, вперед, воины. Захватываем этот аванпост. Фиг знает, что там. Там есть колодец, парни. Ради колодца, думаю, мы должны захватить это дело. Так, Клеопатра, давай туда тоже потихонечку. Хорошо, что ты хоть резаешься, блин. Ай, дерево, ни хрена нет дерева. Это жесть с этим деревом. Почему оно так быстро ходит, я не понимаю. На нас напали. Ой, двадцатку, блин. Так, захватили. Все, воины, на вышку. Вперед. А вы, кстати, можете по лестницам лазить? Вот, типа, если я скажу, валите его. Вы залезете? А, нет, тут, наверное, только герой умеет залазить. Было бы прикольно, если бы они умели залазить. Так, до конюшен чуть-чуть не хватает. Или стоп, я их уже построил.
Боевая колесница. Не, это лучники. Вот. Нубийский слон. Штук 6 мне сюда, быстро. И дерево давай добывай. С деревом большущие проблемы. Так, где наши воины? Во, подходит. А мечники, в принципе, неплохо справляются с вышками, заметьте. Мне нравится. На нас напали. Так, мечник. Копейщики, да? Давай в темпе сюда. Элитные мечники тоже в один отряд. И в темпе сюда. Далее, делаем, чтобы мечники сразу сюда перли. Просто я сейчас буду по КД строить, пока у меня лимит не закончится. Ибо почему бы и нет. И славные тут сейчас будут выходить. Тоже давайте сюда. Все, а мы идем дальше. Близок предел численности, да мне похрен. Сейчас кто-то умрет, и у нас новые выйдут, ребята. Так, предел численности, давай тогда храмы делать. Правда, они особо что-то как-то, ну, мало дают это дело. Ну, сильно не влияют на численность. Влияют, но как-то не сильно. А, я понял. Вы хотите сказать, что нам, типа, лестницы тут еще нужны, да? Ну, да, либо вот тут как-то можно аккуратно пройти. Хотя тут вроде ни черта такого и нет. Хотя... А ну, мы пройдем. Мы чисто на разведочку. Так, на дерево. Хотя давай не на дерево, давай сюда. Надо тут базу заделать. 250. Где мое дерево? Вы. Добывайте дерево быстро. Да вы запарили, сюда идите, я сказал. Чего непонятного? Тут и дерево дофига, и всего чего хочешь. Во, вперед. Разбираемся с проблемами. Клеопатра, давай как-то аккуратненько здесь. Ибо у тебя тут небольшие проблемки с этим делом. Не так у тебя много жизненной силы, а амброзии вообще нет. Двери бы, блин, не открыли, чтоб я уже зашел. Так, прогоните римлян. И все? Типа просто победите. Так, Клеопатра, давай тут постой. Мне надо разведочка здесь. Здесь вон партизаны какие-то. В лесу. И судя по тому, что они там ходят, значит и я там могу ходить. На нас напали. Нас напали? Серьезно? Что-то не заметил. Кажись, я тут нападаю. В лесу тут вырезаем пацанов. Давайте туда проходим. Ну и давайте как-то аккуратненько тут толпиться. Потому что нам нужны по-хорошему вот эти вот ребята. Штурмовые лестницы. Так, улучшенный элитный мечник. Что у нас дальше тут, кстати? Возничий. Лучники на колесницах используют стрелы, которые воспламеняют. О, прикольно, знахарь. А, воскрешать убитых солдат. Ни хрена себе. Диктатор. Уменьшение цены всех типов войск. Вот это классно. Надо будет диктатора брать. Предел численности населения. Ну или жрицу тоже, как вариант. А, лекари надо еще, кстати, исследовать. У меня их до сих пор нет. Что херово? Ну давай пока так делать, да. Пусть туда пока топают. Так, на золото, быстро. Вы там все на дереве. А тут я буду по золоту ударять. На нас напали. На нас напали. 22 парня не могут пройти тут по лесу. Ну, проходите, что стали? Либо там типа нельзя из-за того, что нам слоны нужны. Вы хотите это сказать мне? Так, давай сюда. Нубийские слоны. Давайте ко мне, ребят. Я не совсем понимаю, что тут за херня у нас, но нам вы нужны. Лестницы там, наверное, еле-еле идут, да. Надо попробовать либо штурмовыми лестницами, либо еще как-то. 800, давайте лекаря сделаем. Ну, как-то сделаем. Исследуем. И пятерку пацанов сделаем здесь. Так, близок предел. Знаю я. Просто я ни черта сделать не могу с этим.
Так, 64 полный стак, и тут 22. Два стака воинов. А, дальше, вы тут у нас еще есть. Я, если захочу, я зайду так, чтобы будь здоров. Я могу очень красиво зайти. Так, слоны, давайте как-то это аккуратненько здесь пройдем. Мне просто надо именно зайти. В этом-то проблема сейчас. Тогда тут казармы, чтобы лестницы быстрее нанимались. Ну, касать нанимались, чтобы они быстрее шли. Вот здесь, да, вот можно зайти, форпост снести. Но только я, не, как сказал, не совсем понимаю, как мне туда зайти. Ну, надо тупо слонами. У нас есть где-то тут слоны. Не, они не строятся. Численности предел достигли. 450 дерева, да вы охренели? Зачем столько? Ладно, добывай дерево. Так, казармы построены, значит, можно бахать лестницы. Где мои слоны? Почему ты так долго? Слоны классные, но они очень долго идут. Так, штурмовые лестницы. Здесь я... Да, в принципе, смогу зайти. Если так подумать. Давай, поехали. Байтить. Под стены. Пошли байтить. А, это копейщики и мечники тут, да? Так, ребят, заходим. Пробуем ставить лестницу. Две. Воины тоже сюда. Байтим, байтим, еще раз байтим. Так, а тут слонами проходим. Может быть, там тоже можно как-то аккуратненько заехать. Т значит тактика. Ж значит жертвы. Или жопа. Как вариант. Ну, вроде лестница наша сейчас станет. Ну-ка, пацаны, ща, кажись, заходить будем. Я только лестницу нашу не вижу. Где она? Алло, лестница. Давай, пока по тебе никто не стреляет. Хотя нет, уже поперли. Ну, блин, пацаны, ну что вы издеваетесь? Стенки, вот они же. Вот, они ж недалеко. О, хорош. Ну, пацаны, ну, да, ну пожалуйста, я что, так много прошу. Ну, поставьте вы гребаную стенку, лестницу. Ладно, в обход пойдем. Слоны тут посносят, пусть деревья. Ну, какого хрена, а? Какого хрена? Ну почему я не могу тут поставить гребаную лестницу? Стремянку. Ну почему? Я бы так красиво с парадного зашел бы в ход, а? Все бы охренели от моей напористости. Так, пацаны, вы куда? Противник в другой стороне. Так, минус слон. Жаль, надо слонов беречь, кстати. То это капец. Мы без них тупо не пройдем же. Или пройдем? О, а вот и амброзия. Кстати. Знаете, так, к слову. О, заходим, заходим, заходим. Тут можно зайти нормально, без слонов. То есть, ну как-то мы хорошо проходим сами. Заходи, парни. Римляне хорошо укрепились в городе. Уничтожьте их казармы и оборонительные сооружения. Так, не знаю, как вы это будете делать, но делайте. Клеопатра, забери амброзию, это твоя важная и первостепенная цель. Заходим. Нет, слоник. Сейчас Клеопатру заделаем. Ну, в том плане, что дадим ей амброзии. И будет весело. Я не знаю, лестница, иди на разведку. Тут вообще жесть происходит. Так, Клеопатра. Ну, вперед, войска Египта. Я пацанов тогда пососить. Да блин, гребаные деревья. Стреляешь и прям по ним попадает. Неужели тут вот так вот прожектайлы сделаны по-умному? Так, снесли, хорошо. В атаку. Во славу Египта. Сейчас посносим лишних пацанов, которые наших убивают. Вперед!
У нас тут войск более чем достаточно, чтобы всех поубивать. Правда, выносливости у меня не так уж и много, чтобы кучу тут вынести. Давайте лучше это так, по старинке. Мечом. Зачем изобретать колесо, если это изобрели до нас? Просто мечом вырезаем. Так, выйдем из режима, чтобы послать всех через атаку по области или атаку в движении, как она там правильно, блин, называется. Блин, херово, что нельзя с парадного зайти. Ну, а хотя бы мы можем зайти с другого входа всегда. Как вы только что заметили. Всегда можно с другого зайти. Так, бахаем пацанов по КД просто. Так, что тут происходит? Заходим. Вперед, войска. Так, ты-то что забыл? А ну, умирай давай. Так, предел численности. Да мне похрен, у нас дофига народу. У нас тем более тут еще пацаны умирают. Как раз таки предел освобождается. Так, не понял. Кого вы вообще убиваете? Я не понял, вы что, дома ломаете или что? Или какого-то героя нашли тут внезапно? А, да, есть какой-то полководец. Агриппа. Чья Агриппа? Так, давайте-ка я Клеопатру немножко отведу. Вы что тут стоите, а? Вперед! Вы просто получайте по голове, и все. Вы сейчас ничего не сделаете, элитные, мать их, мечники. Так, 1000. Предел численности давай повысим. Все равно эта слава больше не идет. Это максимум, что мы здесь добились. Так, я пойду заберу этой амброзии. Сейчас вернусь, пацаны, не уходите далеко. Только заметил, что здесь есть амброзия. Ну, поехали. Минус армия лучников. Просто парализаемся. Так, и казарма надо будет заломать. Или что это у них такое? Укрепление. Так, Клеопатра, давай сюда. Тут у нас еще пацаны подошли. Так, ну лестницы мне тут уже не нужны. Правильно, правильно, ломайте здание. Напрягают. Так, тут еще куча пацанов построена. Давайте все быстро сюда. Так, ребят, а вы тут что стоите? Я не понял. Слон где-то, что ли, построился? Или мне показалось? Так, лестницы нафиг. Клеопатра тут вроде, да. Тут все нормально. Тут мечники еще подошли. Все в порядке. Разбираемся с проблемами. Какая задача у нас? Прогоните римлян. Может, героя надо завалить? Типа и все. Я не знаю, ребят, ломайте. Тут сейчас еще подкрепа подходит потихонечку. Так, вот это вот некрасиво, полководец. Очень некрасиво с твоей стороны. Так на крысу нападать. Хотя, как тебе сказать, если ты так будешь за мной бегать, будет круто. Потому что, а, не, не круто. Ого, он хорошо сносит. Давай. Вот там удары, какие прикольные у Клеопатры. Да, развлекайся моими парнями. А я тут тебя так с лука аккуратненько расстреляю. Парни, бейте его. Он типа что, внушает ужас или что? Я не понял, что за прикол был. Ну, короче, ты почти умер. Давай, красивый удар. Хорошо. О, да у тебя и лук есть, да ты охренел. Откуда он у тебя взялся? Неужели пронес в одном известном месте? Парни, ваша помощь тут капец как нужна. Тут у нас 32 чувака воюют. Я не знаю, как они вообще тут справляются. Но подкрепа все подходит и подходит. Давайте сюда. Так, а гриппы нет. Гриппа больше нет, мы вылечились. Так, поехали. Блин, они тут... Мы с Тамарой ходим парой, да? Эти лучники. Ну, такое, пацаны.
Хреновая сос, лучники. Если вы даже не двигаетесь. В атаку! Чё стоим? Наша задача убивать этих тварей, которые пришли на наши земли, чтобы их разграбить. Давай, выносливость добью уже свою. Точно есть какие-то живые, а то у меня по людям больше урон, чем по зданиям. По зданиям так себе. Давай, сильный лук. Здравствуйте, женщина. Можете сказать парочку слов насчет того, что здесь происходит? Я это, репортерша. Он возродился! Да ты что, охренел? Ой, зря я нажал на эту кнопку. Очень зря я это сделал. Очень зря. Ну ладно, его вроде месят. Охренеть, он успел возродиться. Вот это сволочь. Сволочь планетарного масштаба. Лучше умереть, чем покориться. Да, это и римляне тебе легко обеспечат. Лучше умереть. Так, что у нас тут вообще? Просто как городок, типа, да, и все. Кажись, готово. Или что? Прогоните римлян из Мемфиса. Задание выполнено. Ну и победили. Все еще известный как Клеопатра богиня, хотя... Что-то мне... Непонятно немного, как эти звания выдаются, ну ладно. Всего лишь 3 амброзии нашли, всего лишь 2 форпоста захватили. Ну да, там можно было где-то, наверное, деревья поломать и слонами и пройти. Ну нафиг надо, это и так сильно затягиваются такие миссии. Так что давайте на этом моменте закончим данное видео. А если вы тут впервые, подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Также не забывайте и про группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. Заходите, вступайте, буду всем там рад. А на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем видео.